Сегодня у меня для вас большая коробка с большими пустыми банками, бутылками, флакончиками и даже коробочками. Короче, наливайте чай и давайте разберем этот хламишко. Сразу скажу, что ничего дороже 500 рублей вы здесь не найдете, за исключением одного флакончика, но это парфюм. Поэтому я покажу вам его сразу, чтобы не оттягивать этот момент до конца, потому что это легенда. Это Tom Ford Tobacco Vanille. Он у меня такой уже покоцанный немножечко. Но я хочу сказать, что это сказка. Думаю, что вы знаете, сколько стоит парфюм Tom Ford. Да, тем более, вот это большой размер. Но вот мы с мужем вдвоем им пользовались, то есть мы одинаково с ним пахли, это унисекс. У них, в принципе, большинство парфюмов унисекс у Tom Ford. И вот Tobacco Vanille – это самый такой, один из самых попсовых вариантов, которые у них можно купить. Один из самых узнаваемых людьми, которые любят селективный парфюм. Честно скажу, что я не люблю селективный парфюм, но этот мне нравится. Он тяжелый, он такой, ну, очень напористый, как говорится. Вы будете слышать его по-своему. Не знаю, купим мы его второй раз или нет. Ну, попробовать стоило. Интересно, этот опыт. Закончились они не очень быстро, то есть их хватает надолго. Все, с дорогим закончили. Давайте теперь перейдем к дешевому. Первое, что я вам покажу, это такая классика. Это крем-гель для душа, да. Это прям классика-классика. Это классический запах, который, как оказалось, нравится не всем. Я думала, нет людей, которым не нравится этот запах. Хороший гель для душа. Покупаю его раз в 10-й, может быть, в 15-й. И куплю еще его не раз. Периодически возвращаюсь. Я советую вам попробовать этот гель для душа, если вы его еще каким-то образом не попробовали. Если вы страдаете маломальски сухостью кожи, он вам точно подойдет. Еще один гель для душа – это Le Petit Marseillais. Это точно можно найти в любом продуктовом магазине, даже в Пятерочке. Тоже мне очень нравится, но если выбирать между этими двумя, да, мне нравится больше. Шампунь и кондиционер от Оси. Надо сейчас это выправить ситуацию, чтобы вы видели. Угу. Ага, шампунь-кондиционер. Это для окрашенных волос. Знаете, я не могу сказать, что я осталась под впечатлением таким, что не вообразить. Но мне понравилось, во-первых, самое главное, что мне понравилось, что расходуется этот шампунь нереально медленно. Я его начала использовать, наверное, где-то после Нового года сразу. И закончила его использовать где-то недели 3, наверное, назад. Сейчас май. Я расходую всегда много шампуня, много кондиционера. И вот это мне понравилось. Несмотря на то, что это будет стоить чуть-чуть дороже, чем тот же самый Pantene. Вот это будет стоить чуть дороже. Но поверьте мне, во-первых, это всегда можно найти со скидкой. Во-вторых, вы будете использовать это так долго. За это время вы бы купили уже 5 разных новых шампуней. Поэтому попробуйте, реально классно. Мне понравилось. Вот такая вот у меня тут бутыль, которую съела собака. Но я не могла вам это не показать. Ведь это детское масло. Масло для младенца от Бюбхен. Которое у меня было 3 таких баночки. 3 таких бутылочки у меня было, начиная с рождения Ариана. Здесь как бы, здесь ключевой ингредиент, по-моему, обычное подсолнечное масло. Ну, высокого качества, так скажем. Я его использовала больше даже не для ребенка. Я его использовала, чтобы смывать косметику. Оно прям на ура справляется с любыми продуктами, даже с очень водостойкими. Поэтому я не буду покупать его еще раз, потому что мне уже немножко поднадоело. Тем более сейчас лето, и использовать масло
каждый день на лицо не очень, мне кажется, правильно и разумно, но вот зимой это потрясающе просто. Если вы хотели поэкспериментировать со средствами для демакияжа и поменять на что-то мицеллярную водичку или чем вы пользуетесь, попробуйте вот такое масло. Очищающий тоник для лица от Natura Siberica. Это даже лаборатория Сибирика, Сахалин Клабери Иллюминейтинг Тонер. Очищающий биотоник для лица, мгновенное сияние кожи для тусклой уставшей кожи. Как много слов. О боже. Как всегда я скажу, что при использовании тоника никто никогда не заметит вот результат на лицо, как говорится. Но вы будете замечать, что при отсутствии тоника, например, этого, уход стал заметно менее эффективным, и кожа стала менее, в данном случае, наверное, сияющей, я не знаю. Но мне понравился этот тоник, он абсолютно недорогой, и его здесь очень много. Не может не радовать, что это все-таки биопродукт, что он на основе натуральных ингредиентов. Здесь есть салициловая кислота. Салициловая кислота отшелушивает омертвевшие клетки. Тоник очень советую. Мой любимчик крем для лица LV. Это гипоаллергенный крем с SPF 15. Он вообще не пахнет абсолютно. Я его уже показывала видео по уходу за кожей, ссылочку вы видите здесь. Я очень и очень и очень советую вам. Я даже его своим подругам советовала, и одна, кстати, его, по-моему, очень захотела купить, не знаю, купила или нет. Попробуйте, потому что это финская косметика, которую сейчас, в принципе, много где можно купить. Поищите в интернете. Я удивлена, что за такие деньги, за которые я купила, крем работает так, как работают продукты сегмента люкс. Еще у меня есть такой ночной крем и крем для тела, но их я еще пока использую. И я, в принципе, в одинаковом восторге, что от того, что от другого. Lush. Пикантная кукуруза, очищающее средство для кожи с кукурузным маслом, полентой, кукурузной мукой и корицей. Шикарно. Это здесь так написано. Знаете, запах здесь действительно шикарный. Для тех, кто любит послаще, так что вот здесь сводит. Наверное, его стоит покупать для удовольствия, для расслабления, для того, чтобы поднимать себе настроение, но точно не для того, чтобы получать шикарный уход за кожей. Потому что, ну, кожа, знаете, если я возьму сахар, помою свое лицо, будет примерно такой же результат. Еще я заметила не так давно здесь вот такой значок SP. Я знаю, что такой значок дают мало-мало каким компаниям, фирмам и брендам. И если этот значок дали, значит, он действительно очень высокого качества. Поэтому приятно. Масочки. Масочки корейские, мои любимые. Я обожаю корейские маски. Я уже об этом рассказывала снова в своем видео об уходе за кожей. Здесь же я собрала, в принципе, все маски, скопила. Здесь не только корейские. Здесь есть еще маска из магазина Вкусвилл или из Бёнка. Вся испачканная. Вот это я не советую. Потому что она вообще ничего не делает. Вообще. То есть как будто ее и не было. Корейские маски я советую вам все. Все. И для ног, и для рук. Все, что вы можете придумать. Так что, да. По отдельности на каждую маску я отвлекаться не буду. Мы уже почти закончили. И сейчас я вам покажу 4 средства из декоративной косметики. Очень быстро я вам пробегусь. Здесь 2 спрея. Вот этот вот витаминный спрей. Сыворотка спрей для кожи лица. Мне так понравилось. Я даже никогда не слышала про вот эту вот фирму. Эвиналь Пари. Но она настолько... Здесь даже осталась. Она имеет такой легкий цветочный аромат, очень приятный. Она не будет фиксировать макияж, но она однозначно освежит и увлажнит кожу. А вот что касается конкретно фиксирования макияжа, так это очень крутой продукт от Essence, который я планирую сегодня купить еще раз. Это Keep It Perfect Makeup Fixing Spray, который реально задерживает на лице макияж. Он действительно делает основу тональную безумно стойкой. Вот, ну, безумно стойкой. Правда, мне показалось, что его здесь маловато. Могли бы сделать раз в 5 побольше объем, тогда я бы была счастлива. Most girls,
I wanna be like most girls. Песня заела, не могу, простите. А, да. Теперь я вам покажу консилер от Maybelline Better Skin, который у меня уже давно есть, и я постоянно забывала просто про него. Ну, может, не просто забывала, может быть, дело в том, что здесь немного темноват для меня в данный момент. Оттенок это 0,2. Не думаю, что для 0,2, для оттенка Light Clear он достаточно светлый, но если бы был 0,1, я бы использовала его куда чаще. Во-первых, он достаточно экономно расходуется, он очень плотный и хорошо подходит для всего, для зоны под глаза и для несовершенств любых, потому что он такой достаточно, он нисколько не сушит и очень стойкий. И здесь у меня есть лайнер от Eau Mosaique, который у меня тоже уже пару лет есть. И я бы до сих пор им пользовалась, если бы случайно не оставила его открытым, и он у меня очень быстро засох. Но на самом деле для двухлетнего лайнера он был идеальный, он вообще нисколько не подсыхал, у него не заканчивались чернила. Carbon Black Eyeliner от Ева, который сделан в Германии. Ссылка на видео о Ева. Я с ними немножко сотрудничала и показала вам очень классные продукты. Так что, пожалуйста, посмотрите, чтобы открыть для себя новый бренд, новую косметику, если вы еще с ним не знакомы. А вот этот вот лайнер, я правда говорю, что у него очень удобный, наконечник. Просто сейчас он уже загнулся, весь такой сухой. Ну все! Я закончила вам показывать свои пустые баночки. Надеюсь, я была очень быстрой. Я обещаю вам стараться снимать видео чаще. Не знаю, получится или нет. Но в любом случае, до скорых встреч. Пока!